Привет, меня зовут Ильман Рагимов, мне 31 год, я профессиональный актер из города Вильнюс, Литва. В Литве работаю в Русском драматическом театре, работаю в этом театре уже 8-й сезон, и за это время в театре создал порядка 30 ролей. Поначалу играл много лирических персонажей, Ленский, Ромео, Грей в «Алых парусах». Потом начал получать роли злодеев, что мне, кстати, больше нравится. Одна из моих самых любимых ролей – это Эдмунд в «Короле Лире». В кино та же тенденция отслеживается. Играю бандитов, мафиози. Хотя в 2018 году в Украине снимался в сериале «Выбор матери». Там играл как раз-таки наоборот очень ультрапозитивного, ультраположительного доктора-кардиохирурга. Из особых навыков неплохо владею голосом. Играю на гитаре, на электрической гитаре, на акустической гитаре, на бас-гитаре. Хорошо двигаюсь, приглашают в спектакль современного танца даже. Что ж, приглашайте к себе на пробы, будем пробовать. Я думаю, что-нибудь хорошее у нас с вами обязательно получится. До встречи!